И всем огромнейший привет, друзья, с вами, как всегда, я, Саня Игрок. Добро пожаловать на этот видеоролик и на сервер «Мой дом». Давненько у нас с вами не было открытия контейнеров. И, друзья, сегодня мы имеем на балансике 36 миллионов, и мы с вами пооткрываем как элитные, так и обычные, так и, наверное, и средние, да? Короче, давайте сразу покупаем. Пока я покупаю, друзья, для вас действует уникальная акция. Это если вы приходите играть вместе со мной, а вы приходите, играете, начинаете играть вместе со мной, нажимаете кнопочку F2, заходите в промокоды и вот сюда вписываете «Мой Игрок», вы получаете 100 тысяч рублей и 7 дней випа. Также, если вы сделаете скриншот этой страницы, отправите мне его в личку, либо ВКонтакте, либо в Дискорде, подтверждающую, да, вот это вот фотография, то, что вы начали путь и играете вместе со мной, то я вам начислю еще сверху 200 тысяч рублей на ваш банк. Счет, ребята, выгодное предложение, я считаю. У нас уже есть как бы возможность открыть два кейсика. Поехали, открываем первый контейнер, друзья. И это у нас Toyota. Слушай, 3,5, я не помню ее госки, уже давно не открывал. 2 800 000, к сожалению, пока что в минусе. Вот это даст, вот. Но я сказал же, вот это окуп на самом деле. 12 миллионов мы, короче, заплатили. Продаем его за 14. А я думал, сова на самом деле, потому что я думал, 20 где-то лямов будет он стоить. А он всего лишь 14. Короче, экономчик. Давай попробуем. 850 ставим. Вдруг какая-нибудь тачечка за миллион. Так, что еще есть? Что еще? Погнали, открываем. Так, да, вот это я возьму, поставлю. Плюс еще, наверное, давай еще один возьмем. Вот тут тоже возьмем, поставим. Интересно, на самом деле очень интересно, что же нам подготовил проект, игра, потому что я уже недели две не открывал контейнеры. И на самом деле мне сейчас тяжело снимать видеоролики. Я болею, у меня 3 недели постоянное давление. Если что, я не пропал, стримов нету. Вот вы знаете теперь, почему нет стримов. Об этом я, в принципе, говорил, но уже достаточно долго, сука, вот тут давление просто ебет меня. Слушай, Мерседес, за 550 тысяч Мерседес, я считаю, что это неплохо, тем более он стоит 2 миллиона 200. Это с эконома, ебать, окуп, да? Четко, так, это впервые такое, охуеть, я реально рад, честно, вот скажу вам, я реально рад. Итак, дубайский контейнер, друзья, на проекте «Мой дом» мы открываем и забираем. Подожди, это эксклюзив? Это эксклюзив, блять, вроде? Подожди. Это Dodge, блять, который... Dodge Viper 99-го года, который ты нигде вроде не найдешь. 630 тысяч? Или ты его можешь где-то найти? Или это не эксклюзив? Не, он ни разу не подает. 630 тысяч. Если это эксклюзив, он должен быть дороже. Давай я его заберу, на всякий случай я его заберу. Мы потом с вами там, вы в комментариях вот сразу черканите, потому что я у кого-то ролик смотрел, вроде Dodge Viper, это пиздец какой эксклюзив. Так, Maybach, или это 220 какой-то там, Mercedes нам выпадает, 223, да, за 8 миллионов. К сожалению, мы в два раза в минусе. 23 миллиона, друзья, у нас остается. И как бы настроение немножечко ухудшается и сложно. На самом деле сложно. Вот когда ты болеешь, сложно найти в себе силы вот сесть за компьютер и начать, короче, что-либо записывать. На это реально нужны бешеные силы. Друзья, поехали. Открываем, значит, еще и вот этот. У нас остается 4 миллиончика. Так, 3,5 миллиона, друзья, стоит этот контейнер. Мы его с вами с удовольствием открываем и получаем, ну, такое. Не, я не считаю, что это прям как бы и заебись, потому что это от слова совсем нет. Так, давай вот здесь посмотрим. Вот здесь. Так, я вот этот покупал, да? Да, вот этот покупал. Что же он в себе хранит? Ну, это, знаешь, это не совсем и проигрыш, потому что это вроде 2 с хуем миллиона. Подожди, полтора? Он вроде 2 200 стоил, нет? Мне казалось то, что он дороже. Так, сразу покупаем вот этот контейнер, потому что, ну, уже надо что-то выбивать. Вон Dodge,
Так, и отлично. Так, еще есть у нас, друзья, 3 контейнера. Остается 4 миллиона на руках. И вот прямо сейчас нужно что-то выбить такое, чтобы прям выйти в охуенный плюс. Мы уже забрали вон тачку, но она стоит у нее госка очень маленькая. А Феррари, родненькая, здравствуйте, добрый вечер. Это 20 миллиончиков, 20 миллионов на проекте «Мой дом суда». 18, сука, почему они подешевели, я так и не понял. Раньше стоило 20 тысяч, ой, 20 миллионов, сорян. А, блядь, сейчас что-то похуйнее. Итак, друзья, предпоследний контейнер на проекте «Мой дом» открываем, и это Lexus. Кстати, подожди, а он должен стоить где-то 3200, хорошо, не такой же большой минус. 25 миллионов у нас, слушай, деньги есть, деньги имеются, и... Хуйта. Давай добивающую ставочку сделаем. 550 вот сюда поставим. Я выкупил все контейнеры, чтобы вы понимали. На сегодня это все контейнеры, которые только возможно. Последние 2 контейнера купил, контейнеров больше нету. Ну, вначале у нас было 36 миллионов, мы в минусе на 11 лямчиков. Я не считаю, что это большая прям такая потеря-потерь. Если нам сейчас повезет хотя бы еще по 2 лямчика выбить и в полторашечку, плюс... Уже ничего нас не спасет. Давайте откровенно говорить, уже ничего нас с вами не спасет. Итак, вот давайте представим ситуацию. Вы обычный работяга. У вас было 550 тысяч рублей, вы пришли в контейнеры и такие, ебать, сейчас как поставлю, сейчас как выбью какую-нибудь охуенную тачку, приходите, открываете контейнер, и вам выпадает, ебать, лупоглазый Мерседес, который не стоит, конечно же, эту сумму. 430. Есть небольшой минус. Да, да, небольшой минус присутствует. Но все равно, я думаю, вы бы были рады, если бы вживую такое происходило бы. Ну а вдруг у вас было бы еще 550. И вы такие, а я еще 550 положу. И открою еще один контейнер. И тут такая девяточка, блядь, гнилая нахуй выпадает. И вы такие расстраиваетесь и идете, продаете ее сразу за 121 тысячу. Что это у нас за тачка такая? Ты просто посмотри. Это старый Dodge Viper, вроде первое его поколение, 99-го года. И насколько мне известно, вроде в КРМП это прям... Ну где-то я видел то, что в контейнерах выбивается, и это очень редкий автомобиль. Его не так легко получить. Вот правда это или неправда, напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте прямо сейчас с вами нажмем информация ТС. Посмотрим информацию. Госстоимость 882 тысячи. Очень мало. Подожди, эта тачка в салонах вроде как не продается. Или я ошибаюсь? В любом случае, у нас, друзья, есть новая тачка, которую мы сейчас с вами сядем, немножечко прокатимся, поймем, что это за аппарат. Слушай, ну он вроде нормально едет. Такая плоская залупка чисто, ебать. Как будто у меня разрешение 4 на 3. Ау! Блять. А, немного... Немного приуныла тачка. В общем, друзья, на этой ноте можно заканчивать видеоролик. Всем огромнейшее спасибо за ваш просмотр, за вашу поддержку в комментариях, за ваши лайки. Спасибо вам, ребят, за все. Увидимся уже совсем скоро.